Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем доброго морозного утречка. За ночь подморозило. Сейчас кормим и в бой. Он наступил на него. Дима, слезь под сака, сейчас тебе дам его. Так, друзья, у Димки очередная поклевка. Тянем. Кто там, Дим? А? Карпик. Думаешь? О, да, красавчик. Его. Давай. Ну-ка. Сейчас. Нет. Подожди-ка, подсак. Упитанный. Так. Куда я его тебе положу? Его сюда. Давай. Я держу. Вот. Килограмм. Ох, килограммчик, красавчик. Да? Да, килограммчик. Оп. О, есть. Yes. Да. Ольга взяла карпа. Красавчик. Ну, сколько? По чинам. За килограмм. Меньше даже. Да маленький нет, какой-то. Да нет, какой маленький. За килошку. Ну такой. Да? Молоденький. Гладенький. Смотри, какой хороший. Ну смотри, сколько? 20 минут, вторая поклевка, да? Да. Розовые губки. Нормально. Вот так вот в юдинках. Понятно. Клюет. Клюет всегда. Всегда. Нам много не надо. И на свое мы возьмем. Давай. Опа. Вот он в домике. Карпик клюет. В юдинках. В юдинках. Красивый. Карп хороший, от кило до полутора. Зеркальный. Да. Сазанчик присутствует, но пока нам еще не улыбнулось. Ждем-с. Да. Ждем дальше. Вот так вот. С краешку. О, хорош. Покажи, клюет. О, красава. Потом взвесь. И отправляется в садок. Привет, друган. А у тебя тоже, да? Не, у меня нормально было. Опа! В домике. А то все ловят вокруг меня, а я не ловлю. Вот он, красавчик. Смотри, он прикормку жрет там, блин, гад. Иди к братьям, к своим. Забрал? О, Димка берет. Опа! Вот и у меня. Да. Не-не-не. У меня свой. А этот... Нет, у меня прямо идет. Ха-ха-ха.
Я теперь к тебе пошел. Я своего заворол. Упитанный. А Димка там борется. Давай, Димка. Дуплет. Забрал. Молодец. Опа! На реке. Так. Красавец. Шут нам. Сейчас посмотрим. Да, Ром, расшевелился. Ну, видишь, погрелась вода. Ну, вода погрелась, значит, что? Да. Сейчас еще опять подморозит, а сейчас... Шестой час. Сажем его парика. Давай, учи, учи, Дим. Такой вот красивый снег идет, друзья.
такую непогоду парю я рыбу. Вот это непогода. Но у меня поклевка. Да ты меня поймал, у меня поклевка была. Вон, мой сидит, смотри. Не знаю. Еще отпускай. Прикинь, он и твою, и мою взял. Да. Обе. Можешь забирать свою, отцепилась. Твоя отцепилась. Ох, непогодка. Капец, он заглотил. Да, погода шепчет. Петрович, иди домой, пей водку. Да нет, Петрович не может. Петрович рыбу ловит. Опарыша сажаем. Вот. Еще полчасика. И домой. Поклевка была. Не успел. Просвет уже. Сейчас еще парочку возьмем и домой. Семья большая. Всех накормить надо. Рыбкой свежей. В эфире, ребята. Порол еще одного. Надо его теперь вывести. Смотри, смотри, смотри.
в домике. Снег закончился, вышло солнышко, стало приятно, тепло. Еще парочку надо взять. Хорош. Вот такой вот шикарный пруд здесь. Мостики. Мостики. Пожалуйста. В эту сторону. В ту сторону. Вот около 30 мостиков. Карп, форель. Щука, окунь. Есть все. Что душе угодно. Очень нежные поклевки. Ну, если берет, так берет. Колокольчики ставлю. Бывает, отхожу ребятам помочь до машины, поэтому ставлю, вот, чтобы слышать, как утащит спиннинг, фидер, точнее, спиннинг, говорю. Лепота, завтра шикарная погода будет. Отстань, старушка, я в печали. Да все, все, этой рыбкой я заканчиваю сегодняшнюю рыбалку. Один фидер складываю. Один, говорю, фидер складываю. О, и сошел вот. Сошел. Это все ты накаркал, блин. Ты каркуша. Это ты все. Во всем ты виноват.
Нашел. Ну ничего, бывает. Бывает. В жизни огорчение. Ну что, друзья, всем привет. Сейчас. Скромненький полочек. А как это было, вы увидите, посмотрев это видео до конца. Друзья, охоту закрыли, надо же хоть как-то открыть этот сезон. Я решил открыть его по карпу. Вот смотрите, результат, такие шикарные карпики на платнике, в юдинке, поминки. Ссылку на группу ВКонтакте оставлю под описанием под этим видео. Так что вы смотрите, заходите в группу, там всегда свежая информация, что клюет. Вот. А клюет здесь, мне кажется, всегда. Сегодня прошла такая супер погода была. Снег, ветер сильный. Сейчас вот стихает. Вот. Ладно, увидимся скоро.